Напередодні зачався день юного героя антифашиста. До проведения памятных мероприемств долучился и наш регион. Традиция отдавать данину памяти маленьким солдатам, многие из которых стали героями посмяротно, оказалась близкой с сучасным школьникам. Гомельские пионеры, как принять удзелу диалогу «Дети войны», пришли в областный музей военной славы. Тут своими непростыми успоминами с ими поделились удельники военных подей. Вы знаете, день юного героя антифашиста – это традиционная день для пионеров Беларуси. И пионеры ежедневно делают дела, проводят поисково-исследовательские работы по увековечиванию памяти, чтобы не повторились моменты истории, ее нужно знать. Нужно уважать тот огромный подвиг, который совершили их деды, прадеды во имя победы, во имя будущего нашей страны. Одногодки сегодняшних подлетков воевали на ровне с дорослыми. Гомельчанин Борис Цараков у 15 годов долучился до военных деяний, а у 17 стал героем Советского Союза. Зараз его имя носит одна из улиц города. После завершения диалога у музея пионеры смогли ознакомиться с историчными артефактами. Дети приходят, мы бываем, значит, в образовательных учреждениях. Ну, конечно, мы же привозим туда совсем мало наших музейных предметов, а здесь у них есть возможность, так сказать, и поговорить вот о героях, и пройти, посмотреть, увидеть героев не только детей, и взрослых, и всех. И, в общем-то, это дань уважения нашим поколениям, которые принесли нам победу.